Привет, друзья! Пришли из Германии вот такой вот кассетный плеер с радио. Кассета и батарейки в комплект не входят. Видно, что была кишая батарейка какая-то. Этот контакт мы почистили. Плеер работает. Здесь шильдик с характеристиками. Есть клипса, есть антенна. Громкость, переключение кассета радио. Разъем под наушники. Даже есть микрофон, он записывающий. На запись плеера мы никогда не проверяем, проверяем только на воспроизведение. И также плеер реверсный, кнопкой Direct переключается реверс. Перемотки, все работает. Радио. Есть встроенный динамик. Кассету батарейки забираю. И плеер отправляется на склад. Так вот вычищен контакт. То есть сам контакт отличный. Но вокруг него есть окисление с каких-то батареек. То есть батареек не было. То есть мы привезли уже вот так вот. Лайк за видеообзор. С вами был Артур. Пока.